вот такой несколько небрежный аутфитик. Я сейчас пойду в парк. Вот 100 лет не носила свои вот эти вот, так сказать, босоножечки. Вот они такие с брошкой. Ну, такой аутфитик у меня сегодня. Так, дальше. Я же говорю, тянет меня на желтое. Да, я знаю, что обувь и сумочка сейчас не должны совпадать. Но у меня совпадают. Ой, хотела так накинуть легонечко. Ладно, не буду. А то сейчас браслетики все полетят. Так, и у меня еще джинсовый пиджачок. Сейчас я его надену. Шарфик, тот, который я показывала в покупочках, он со мной вот здесь. Вот так вот. Да, еще тут такая золотистая горчишная тоже показывала. Все вот. Вот таким образом. И вот я надела пиджачок. А это на мне джинсы. Просто я их чуть-чуть подкатила и вот так вот сделала вверх. Вот и все. Это не капри, не бриджи, ничего. Это обыкновенные джинсы. Просто я не могу их поверх, потому что тут брошки. Здесь брошечки. Ну, я только что показывала. Ну, еще раз покажу. Такая сверкающая брошь, видите? Вот такая вот розочка. Ну, вот так вот. Такой хвостик. Вот так вот я буду гулять. А, ну, под низом у меня маечка вот эта вот моя любимая черненькая. А, ну я же ее только что показывала. Такая невнимательная. Вот. И вот так вот я буду. Если вдруг замерзну, то здесь в сумочке у меня шарфик. Ну, думаю, вряд ли я замерзну. Потому что это надо, чтобы сильно похолодало, чтобы я замерзла. Вот так вот. И брошь. Я сейчас вам покажу эту брошь. Вы ее уже видели. Вот. Ой. Все показала. Духи. Какие на мне духи? На мне духи сегодня. Ну ладно, я сейчас покажу. Духи на мне сегодня вот эти. От Avon. Это одни из моих фаворитов. Вот самые мои любимые это вот эти. In Bloom и Tomorrow. Вот это самые такие любимые мои духи. Ну все, а теперь уже да. Пока-пока. А вот в это кафе я сейчас зайду и попью здесь кофе. Это красивое летнее кафе. Здесь я.